Добрый день, друзья! Привет, братишки и сестренки! Сегодня расскажу, отвечу, наверное, такой самый популярный вопрос этих дней. Как купить криптовалюту у тех ребят, которые как бы нету у них еще криптокошельков, которые первый раз заходят вообще как бы в мир криптовалюты. И в основном я делаю это видео, естественно, для ребят, которые заходят в нашу команду по проекту Bitex. Так, ребята, смотрите, если вы не хотите заморачиваться или у вас там сейчас пока нет криптокошельков, вы можете это сделать довольно-таки просто, воспользовавшись обменником, точнее это даже не обменник, мониторинг BestChange.ru. Смотрите, как это просто сделать. Вот с левой стороны табличка, здесь выбираете, что у вас есть. Спрашивали ребята, как с Киви оплатить, был вопрос, как Сбербанк, а здесь, ну если с Киви выбираешь, здесь, дружище, нажимаешь, там Киви, Сбербанк, вот смотришь, или там Тинькофф Банк. С левой стороны выбираешь то, где у тебя деньги, что ты будешь отдавать, там для ребят с Украины Приватбанк. Тоже выбирайте. В общем, выбрал, дружище, то, что у тебя есть. Давай, например, там в Киеве попробуем. Здесь смотри, с правой стороны, что ты хочешь получить. Если для Bitex, я как бы пополнял здесь в эфире. Берешь, выбираешь здесь. Ну, и есть подробное видео, будет вверху ссылка на подробное видео, как выбрать пакет, как пополнить там, ну, выбрать именно ту валюту, которую, криптовалюту, которую ты будешь пополнять, будет вверху ссылка на и под видео тоже, как это правильно сделать быстро. Здесь смотри, здесь ты, например, выбрал эфириум, копируешь этот кошелек, переходишь сюда, нажимаешь здесь вот, что ты хочешь получить, эфириум. Здесь вот смотри, теперь вот с правой стороны, очень важно для новичков, если ты новичок, смотри, как здесь выбрать. Сам этот мониторинг BestChange, это не обменник. Здесь просто собраны все там лучшие на данный момент обменники. И здесь они отсортированы, во-первых, по курсу. Самый выгодный курс всегда вверху. Но смотри, что здесь нужно тебе сразу смотреть. Во-первых, отзывы. Здесь не должно быть красных отзывов. Здесь все зеленые, то есть положительные. Выбираешь, естественно, чем выше ты выбираешь, тем выше курс. Смотри, но здесь есть еще такой нюанс, на что надо обращать внимание. Во-первых, это минимальная сумма, которую они меняют, от 10 тысяч. И резерв, смотри, сколько тебе нужно. Ну, например, если ты заходишь в Bitex на 50 там, долларов, то резерв, как бы, я понимаю, достаточен. Но минималка у них от 10 тысяч, то есть 50 долларов на данный момент, это если по 7 там смотреть в среднем, это 3500 где-то будем брать, там, например, там, да, ну или там 4 с комиссией будем брать. Смотри, то есть тебе нужно смотреть, пролистать вниз, вот нашли мы этот обменник. Смотрим, опять же, 454 позитивных отзыва, 0 негативных. Резерв подходит, все, вот он, чуть выше он поднялся. Так, хватает, нажимаешь сюда. Вот, проверка идет, там, что там, защита от DDoS-атак, там, все нормально. Дальше смотри, вот ты попал на эту страничку. Все они, в принципе, одинаковые, даже в других, может, визуально они будут отличаться, но я тебе расскажу принцип, и ты поймешь, если даже будешь в другом обменнике конкретно менять. Смотри, заходишь, сюда пишешь сумму, сюда, можешь изначально, смотри, лучше прописать сюда сумму в эфириуме, которую ты возьмешь, например, вот, ты, например, определился в Bitex, там, сколько ты там на 500 монет заходишь. Вот, копируешь эту сумму. Ну, опять же, советую чуть-чуть больше поставить, там, на несколько копеек, потому что может не хватить, курс поменяется, и все, скажут, недостаточно, придется второй раз. То есть, ставишь сюда, например, не 7, не 157, да, поставь 158, да, лучше даже 159. Все, здесь вот у тебя сумма сразу... Сразу вот в рублях сколько тебе нужно оплатить будет. Дальше смотри, сюда копируешь вот этот кошелек. Если ты именно Bitex пополняешь, значит копируешь вот отсюда. Выбираешь здесь финансы, нажимаешь эфириум, копируешь этот кошелек. Возвращаешься, вставляешь сюда кошелек. Есть он. Проверяешь обязательно, чтобы он совпадал. 980 в конце. 980. Здесь там пишешь свой номер Киви. Например, здесь там e-mail какой-нибудь там.
куда придет тебе там оповещение. Дальше нажимаешь подтвердить. Смотри, что происходит дальше. Дальше тебе вот данные, те, которые ты ввел, проверяй там твой телефон, твой как бы адрес. Смотри, опять же, там. Если это Bitex, то вот этот кошелек. Если ты хочешь купить себе криптовалюту на свой кошелек, проверь, чтобы точно совпадал с твоим. Дальше смотри, вот сумма, вот то, что ты, ну, вот их курс, вот то, что ты получишь. Смотри, здесь два выбора. Или отменить, если что-то ошибка. Нажимаешь отменить и заново все делаешь, если вдруг ошибся. Если нажимаешь подтвердить, то дальше идет уже как бы сам процесс покупки. Дальше смотри. Дальше на следующем этапе все уже, ты как бы нажимаешь перейти к оплате, тебя перебрасывает на сайт Kiwi, и ты уже там оплачиваешь данный этот. И после того, как подтвердится оплата, придет сюда, и ты получишь на свой счет, будут отправлены тебе эфириум кошелек. Или на свой счет, ну на свой кошелек, или если ты делаешь, опять же покупаешь пакет Bitex, здесь тебе зайдет на... пополнится счет, и у тебя он будет отображаться. Вот там баланс, ну тут у меня 0.36, у тебя будет столько, сколько ты заплатил. Какие еще могут тут советы дать? Как бы, смотрите, друзья, у всех, у большинства, опять же, этих обменников есть вот чат. Если ты, дружище, первый раз это делаешь, советую тебе сразу списаться с оператором, скажи, там, ничего страшного, там, ну, в этом нет. Скажи, я там первый раз делаю, поддержите, вдруг у меня там какие-то вопросы будут. Они обычно очень оперативно отвечают, потому что, естественно, они заинтересованы, это их бизнес, как бы, они помогут. Если ты уже не первый раз, то, естественно, тебе все это быстро, как бы, там, не нужно тебе будет помощь. В общем... Друзья, смотри, то же самое делается, естественно, как бы, ну, например, вот еще обменник, там, ну, похожий, чтобы я тебе разные показываю, чтобы ты просто видел, что визуально они могут отличаться, но, по сути, суть вся та же самая. Здесь, опять же, вставляешь ту сумму, которую тебе нужно, например, сколько у нас там было, 0, там, например, 159, да. Вот так вот. А, ну тут видишь, тут лимит, поэтому здесь меньше, как бы, ну, 422 там. Ну, без разницы. То есть пишешь сюда сумму, здесь кошелек, свой email. Далее нажимаешь, то же самое, дальше тебе перекидывают на оплату. Если там ты будешь оплачивать, например, там с банковской карты, тебе просто реквизиты пришлют, куда нужно отправить деньги. Все, ничего сложного в этом нет, друзья. Если вдруг там какие-то, опять же, есть вопросы, будет ссылка на наш рабочий чат, там задавайте всегда, всегда админы находятся, если у кого-то проблемы с этим. Помогут, поддержат, и плюс там, если, опять же, кто-то хочет там сэкономить какую-нибудь там копеечку на комиссии там этих обменников, можете обращаться в чат, там админы вам могут там внутрянкой закинуть, и, как бы, без комиссий. Все, друзья, кому понравилось и было полезное данное видео, ставьте лайк, пишите в комментариях, если вопросы. А на этом все, друзья, до новых встреч!